В Твери состоялось заседание бюджетной комиссии региона, которую провел губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. На встрече был затронут вопрос развития системы среднего профессионального образования. Известно, что для достижения поставленных целей планируется усилить взаимодействие колледжей с передовыми предприятиями. Во время заседания бюджетной палаты Тверской области губернатор Игорь Руденя обозначил важность развития среднего профессионального образования. Актуальным становится вопрос подготовки кадров, их практического обучения и стажировок. В настоящее время сфера промышленности и производства требует пристального внимания к системе среднего специального образования. Именно молодежь является основой будущего профессионального потенциала. А один из главных каналов выполнения квалифицированными сотрудниками всех сфер экономической деятельности – это система образования и практическая современная подготовка самых востребованных специалистов. Внимание к вопросу развития среднего профессионального образования является подтверждением активной национальной политики по развитию промышленности и экономики, а также среднего и малого бизнеса. Сегодня вопрос подготовки кадров и их практического образования, прохождение практик – это вопрос, который становится действительно насущным. Квалифицированные рабочие были нужны всегда, но в последние десятилетия наблюдается наиболее активный спрос на данных специалистов. Известно, что в феврале 2023 года президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию сделал акцент на выполнении федерального проекта «Профессионалитет» в субъектах Российской Федерации. Значимость усовершенствования системы среднего профобразования объяснил Леонид Мусин, председатель Совета Тверской торгово-промышленной палаты. Все идет к тому, что действительно, надо создавать такие, значит, квалифицированные рабочие и места, и кадры, которые будут развивать нашу промышленность, экономику. И главными действующими лицами, что ли, в нашем обществе должны стать рабочие, квалифицированные, сильный машиностроительный комплекс. Это вагонный завод, это и экскаваторный завод, и предприятия энергетики довольно сильные. Вот туда надо идти молодежи. Основываясь на потребностях реального сектора экономики, в ближайшее время будет обновлена учебная база некоторых колледжей. Сформированы новые образовательные программы для подготовки кадров под конкретные рабочие места. Так, средние специальные учебные заведения в Тверской области начнут вести совместную работу с передовыми предприятиями Верхневолжья в рамках развития региональных образовательно-производственных кластеров. Кроме того, на заседании бюджетной комиссии приняли решение о дополнительном финансировании ремонтных работ в учреждениях. Так, в Калязинском колледже перекроют крышу, а в Бежецком колледже установят новые окна. Хочется надеяться, что будут обновлены и учебные пособия согласно требованиям времени.